то, что заботою нас окружило, и свет своей доброты, и весь этот мир нам подарила. Прости нас за то, что порой бывает тебя обижаю. Спасибо за то, что душой всегда за нас переживаешь. Ты чувствуешь лучше других свет радости, горечь обмана. И в мире нет больше таких. Ты самая лучшая мама. Самая лучшая мама Земли. Самая добрая, светлая, самая. Мы так гордимся, что именно ты. В жизни каждого из нас есть родной человек – мама. Сегодня я приехала поздравить с юбилеем Валентину Иденюк. 70 лет жизни исполняется госпоже. Поздравления от дочки Натальи, от зятя Руслана, который во Франции, от внуков и от правнуков. Я иду поздравить ее с днем рождения. Поздравляю вас с днем рождения. Меня зовут Майя, и я организовываю сюрпризы для родных и близких. В этот знаменательный день для вас я приехала аж с Охницы поздравить вас с юбилеем, с 70-летием, дорогая и уважаемая Валентина Васильевна. Как вы думаете, от кого вот эти поздравления? Этот огромный красивый букет цветов, этот торт с цифрой, который обозначает ваш возраст. Как вы думаете, от кого? От Наташи и от Руслана. Да, это правда. И держите вот этот цветы держите. И торт. У нас есть шампанское. Тоже. Для вас. Вот, держите. И поздравления от Наташи и от самых родных и близких. Мама, дорогая, наш родной человек. В этот знаменательный для тебя день спешим поздравить с твоим 70-летием. Спасибо за этот мир, за сказку детства, за понимание и терпение в трудные моменты, за радость каждого дня, за каждый совет, за каждую возможность, за каждый успех, за каждую улыбку, за каждую бессонную минуту, за каждый радостный миг, за каждый увлекательный день, за каждую мечтательную ночь. Ты всегда рядом, мама, даже если между нами километры. Ты наша поддержка, источник нашего вдохновения. Ты наш стимул. Мы никогда не устанем благодарить тебя, мамочка. Ты красиво и достойно прошла 70 километров своей жизни. И пусть каждый тобою сделанный шаг оставит в памяти лишь светлые воспоминания. Желаем тебе, родная, счастливых дней, душевной гармонии и сердечной радости. А еще, конечно, желаем не болеть и не искать поводов для грусти. Твоей искренней любви хватает на всех детей и внуков. Оставайся такой же доброй и заботливой, и пусть в твой 70-летний юбилей, милая наша мамулечка, Бог подарит тебе долголетие, избавит от всех болезней, а дома у тебя будет только счастье и покой. С днем рождения, родная, от дочки Наташи, зятя Руслана, от детей, внуков и маленьких правнуков. С днем рождения вас, уважаемая спасибо. Валентина Васильевна. Вот поздравления на память от ваших деток. И есть у вас слова передать Наташеньке? Эмоции, да? Эмоции вы не ожидали. Не ожидали, но она мне позвонила и попросила приехать к вам, поздравить с этим знаменательным днем. И она на связи с нами, да, Игорь? Мама на связи с нами? Мы приехали поздравить вашу мамочку. У нее эмоции прям на все 100. Даже не знает, что ответить. Я в поезде не плачу. А Бабуля, еще раз днем рождения. Чтобы ты была нам здорова,
чтобы ты прожила еще много-много лет. Спасибо тебе огромное за всю доброту. Спасибо. Спасибо за твою доброту, за понимание, за хорошее воспитание, за то, что вырастил нас людьми. И благодарю тебе, что помогла мне поднять сына. Не только у вас эмоции. Мама не знает, что сказать. У нее вообще нету слов. Мы оставили ее без... По вашей лице мы видим вот ту доброту, которую у вас в душе. Мы поздравляем еще. В душе. Так, спасибо ей и Руслану. У меня так все. Спасибо. За работу вашу. Дочка хочет что-то сказать, да? Каже. Точно так же, как и мама. Тоже без слов. Да. Вы приятно удивлены, да? Нам, да. Вот нам это очень, тоже очень приятно, что мы оставили вас вот так без слов, и на все 100% у нас сюрприз удался. Но, знаете, только поскольку мы с Лопницы, я знаю, что у вас есть там тоже родные, близкие люди. Семья Лещина, да? Да. Кто они для вас? Близкие. Очень близкие. Да. Я бы хотела тоже от их имени поздравить вас с днем рождения. От всей души семья Лещина поздравляет вас с знаменательной красивой юбилейной датой. И говорят они так, что разве 70 лет – это старость? Это полное цветение жизни. И поэтому мы желаем вам бодрости и воодушевления, сердечной радости и радушных дней. Пусть будет сила на любые дела, пусть душа будет спокойна, а вы окружены любовью и вниманием самых дорогих людей. Долгих и счастливых лет вам! Я так ей передам. Игорь, ты говоришь что-то бабушке? Давай ты без эмоций. Потому что все тут с эмоциями. Вы все тут такие трогательные. Я очень рада, вот, что смогла вам преподнести радость, эмоции на всю жизнь. С днем рождения вас еще раз. Спасибо вам. Все хорошо, чтобы Господь вас не любил и не обходил стороной. Спасибо вам большое за теплые слова, чтобы вы были все здоровы, чтобы вы тоже, был мир на земле. Да, вот это самое главное. Самое главное – мир. Primesc urări de bine, flori alese pentru mine. Ies cu bucurie în prag, oameni buni vin cu drag. Azi e ziua mea, n-o să treacă așa, oi petrece și cânta ne-ndragă viața. Azi e ziua mea, mă voi bucura, fericirea nu stă în bani, scump e la mulți ani. La zi mare, până zori e sărbătoare, că lângă prieteni buni, mai frumos anii aduni. Azi e ziua mea, n-o să treacă așa, oi petrece și cânta mie dragă viața. Azi e ziua mea, mă voi bucura, fericirea nu stă în bani, scump e la mulți ani. We'll be right back.
o să se întoarcă, dar totdeauna va fi cea mai așteptată zi. Azi e ziua mea, n-o se treacă așa, oi petrece și-oi cânta, mi-e dragă viața. Azi e ziua mea, mă voi bucura, fericirea nu stă-n bani, scump e la mulți ani. Plină, masa plină, și eu gazda cea mai bună. Mai un an sărbătoresc cu toți care mă iubesc. Azi e ziua mea, n-o să treacă așa, oi petrece și-oi cânta, mi-e dragă viața. Azi e ziua mea, mă voi bucura, fericirea nu stă în bani, scump e la mulți ani. Azi e ziua mea, n-o să treacă așa, oi petrece și-oi cânta, mi-e dragă viața. Azi e ziua mea, mă voi bucura, fericirea nu stă în bani, scump e la mulți ani.